Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. А тема нашої сьогоднішньої розмови – японська культура. Адже 2017 рік оголошено в нашій країні роком японської культури. І сьогодні у нас в гостях виконавчий директор Товариства японської культури Татікадзе Галіна Зінов'єва, представник клубу айкідо Татікадзе Ігор Гончар и представник клубу айкидо Татікадзе Олег Николаев. Господа, здравствуйте. Очень-очень-очень рады вас видеть. Галина, вы всегда приходите с сюрпризами в нашу студию. В прошлый раз вы приходили с двумя прекрасными девушками, которые говорили на японском языке так красиво. Я думаю, что телезрители помнят этот замечательный эфир. Сегодня вы пришли с добрыми молодцами, но сначала мы поговорим о японской культуре. В принципе, это все именно и есть японская культура. И ваше общество японской культуры, Татікадзе, оно постоянно в работе. Да, мы стараемся, чтобы знания, которыми мы обладаем, которые приходят к нам из Японии, из Киева, не только из интернета, но еще из книг, из живого общения, чтобы эти знания были достоянием всех николаевцев. Безусловно, год Японии в Украине ожидаемое событие. Мы давно работаем, и нам хочется сейчас, конечно, представить много мероприятий в этом году. Предыдущий год заканчивался открытием выставки в музее имени Верещагина. Выставка называлась «Изящный мир японских вещей» и прошла на целых 2 месяца. И в ходе выставки, на которой были представлены вещи художника Верещагина, привезенные из Японии, и те вещи, которые современные, сейчас в ходу, в быту японцев. До сих пор в быту японцев, да? Мы о них рассказывали, мы встречались с посетителями выставки, представляли мастер-классы по японскому чаепитию, по японской каллиграфии, по одеванию кимоно. Ну, можно еще много-много представлять японскую культуру. Это японская поэзия, это, безусловно, японская кухня. Это, возможно, те вещи, которые не очень сильно известны в Украине, но для японцев составляют тоже интересные аспекты. Ну и, конечно же, в ходе таких мероприятий мы знакомимся с теми людьми, которые иногда сами изучают японский язык или пытаются рисовать японские мультфильмы, аниме. Иногда, может быть, совершенно неожиданные эти знакомства бывают, но это всегда на пользу. Самое ближайшее мероприятие, о котором мы хотим сегодня сказать, это и пригласить на выставку, выставка японской фотографии, и их будет 2 выставки. Одна самодеятельных мастеров, а другая выставка, представленная посольством Японии, фотографии японских мастеров, которые презентуют Японию для украинцев. Япония далекая от нас страна, и природа ее отличается от нашей украинской, но она не менее интересна, конечно же. И те фотографии, которые мы будем показывать, мы будем рассказывать о тех объектах, которые на них представлены. Возможно, это будет сочетаться еще с японской поэзией, возможно, мы какие-то еще придумаем. Даже в ходе подготовки выставки уже есть какие-то интересные моменты, о которых мы раньше не думали, но сейчас пытаемся воплотить их в жизнь. Выставка открывается 27 июня, телезрители, в Краеведческом музее. И одна выставка, и вторая. Одновременно две выставки. Первая выставка, которая давно уже нами готовилась, называется «Солнечных троянта хризантема». Это авторский проект, но на самом деле авторы фотографий не профессиональные художники. Это люди, которые побывали в Японии, побывали в Болгарии, поездили по Украине и делятся своими впечатлениями о красоте наших стран и о сотрудничестве, безусловно, народов. Иначе быть не может. Современная жизнь дает человеку возможность путешествовать, а потом рассказывать о своих впечатлениях не только словами, но еще и фотографиях, картинах, у кого тянется к чему душа. Вот эта выставка. Ну, а понятно, что подсолнечник – это символ Украины, роза – это символ Болгарии, и хризантема – символ Японии. 3 прекрасных цветка в букете мировой культуры, о которых мы будем говорить на выставке. А вторая выставка совсем недавно была предложена посольством Японии, поэтому мы решили объединить это в одной экспозиции, и чтобы посетителям выставки было интересно все сразу узнать. И наш краеведческий музей, он никогда не пустует. Там проходит столько мероприятий, там масса всяких интересных мастер-классов, экскурсий. И даже найти 10 дней – это не так просто. Так что мы очень благодарны, что коллектив музея откликнулся и предоставил нам возможность эти выставки провести.
Ну, вот интересно, что первая выставка, это, которая совместная, болгарская, украинская и японская, это представленные фотографии наших мастеров, а вторая выставка, это уже профессиональных фотографов японских, да, правильно? Да, так и есть. И даже телезрители смогут, вернее, посетители, которые посетят эту выставку, даже смогут сравнить. Представляете? Это очень здорово. Эти выставки проходят при организации, значит, Краеведческого музея и при финансовой поддержке Управления культуры, национальности и религии Николаевской госадминистрации, Черноморского национального университета, японский центр там у нас работает. И мы постарались, конечно, чтобы выставки проходили не только «посмотрел и ушел», чтобы тоже были мастер-классы, как и в музее Верещагина. Такой формат понравился посетителям, жителям города, и мы будем продолжать работать в таком формате. Ну, рассказать о мероприятиях, которые прошли, мы тоже еще можем, но я думаю, что стоит предоставить возможность сейчас юношам продемонстрировать немножко и рассказать об айкидо. Да, айкидо. Господа, вам слово, будьте добры, вы представители клуба айкидо Татикадзе. Вы сегодня пришли в кимоно для того, чтобы телезрители продемонстрировать вам искусство айкидо, боевое искусство Японии. И наши гости уже готовы, но два слова. Будьте добры, Игорь. Итак, почему айкидо? Из всех видов боевых искусств айкидо. Лично для вас. Во-первых, использование силы противника. Это имеет фактически и есть все айкидо. И, несомненно, сама культура. Правила в айкидо есть, очень трепетные и ответственные. Очень серьезно к ним надо относиться, потому что если к ним не относиться, то результата толком и не будет. То тогда даже не овладеешь хотя бы частью боевого искусства, да? Если не придерживаться определенным правилам, их не особо много, но к ним нужно придерживаться. Мастер или новичок, разницы не имеет. А главное правило какое, Игорь? Приходить в зал, заниматься и слушать мастера, тренера. Угу. Просто приходить в зал и заниматься. Олег, чем вас прельстило и чем вас вот так вот захватило айкидо? Я думаю, что, во-первых, этот вид спорта мне больше приглянулся, так как он менее травмоопасен, чем остальные виды боевых искусств. То есть, когда я только начал ходить, я был в малом возрасте, и отец меня повел на айкидо. Он волновался за меня в то время, и тогда я начал ходить. И меньше травм было, он меньше за меня волновался, я начал расти. Конечно, были моменты, когда я не хотел ходить на айкидо, лень преодолела меня. Но благодаря родителям я все-таки продолжил ходить на айкидо и расти в этом виде боевых искусств. Да, и потихонечку так из маленького мальчика выросли уже в юношу. Дорогие родители, если ваши дети не хотят куда-то ходить, например, на айкидо, заставляйте их, потому что вот результат, смотрите, перед вами на экране. И сейчас наши гости готовы продемонстрировать вам элементы боевого японского искусства айкидо. Господа, пожалуйста. Это называется нити. Наша задача сейчас вывести партнера из равновесия, задвинуть его к себе и, несомненно, сделать болевой контроль на кисть и прижать вниз. Первая техника. Следующая техника, которую сегодня мы вам покажем, называется техника Тенчинаги, что в переводе «небо и земля». Очень простая задача – опустить одну руку вниз, а вторую поднять просто вверх и сделать шаг в сторону. То есть ничего сложного, я не применяю физическую силу, я просто шагаю вперед. Его задача толкать меня, он использует свою силу. Я расслабленно поднимаю просто руку вверх, а вторую опускаю. И противник на лопатках. И прохожу просто мимо. И третье, это не техника, это дыхательное упражнение, кокихо называется. Задача растянуть партнера и вместе с ним присесть. То есть мы должны одновременно с ним дышать сейчас. Одновременно? А если не дышите, что тогда? Задача не выполнена. Контроля над противником не выполнена.
Для того, чтобы, в принципе, ну даже не в совершенстве овладеть боевым искусством айкидо, потому что у совершенства нет пределов, но хотя бы владеть определенной техникой. Для этого нужно много тренироваться, да? Конечно, да. Ну, поскольку? Вот вы потренируетесь, поскольку? У каждого человека все по-разному. То есть можно научиться за день, за неделю, за месяц, за год, за... Ну, все зависит от самого человека. То есть у каждого, ну, все техники построены по-разному, и каждому, у каждого есть своя любимая, там, коронка, так сказать. И к каждой технике нужно подходить потихоньку. То есть там нет такого, что там месяц подучил то, месяц то, и все, ты мастер. То есть... Гармонично развиваются все техники, да? Да, да. То есть такого нет, что там походил неделю и чему-то научился определенно. То есть все зависит только от тебя. Чем больше занимаешься, ну, тем и лучше все будет. А айкидо – это не агрессивное боевое искусство. Конечно. Вот есть агрессивное, да, вот карате, оно в какой-то мере, ну, агрессивное, оно жесткое такое. Айкидо, вот вы сейчас продемонстрировали, так вот мягко взял противника за ручку и хоп, и заломил ему ручку. И противник уже и не дышит, да? Да. Не дышит? Не дышали, Али? Нет, дышали, конечно. Ну, слава богу. Ну, вот есть... если можно, о мягкости и одновременно жесткости айкидо. Два слова. То есть, как бы, в айкидо задача не нанести ущерба противнику. Главная задача, как бы, защитить себя и в то же время защитить противника. Мы ему противника не желаем... Противника защитить? Конечно. Мы ему не желаем зла. Мы должны, во-первых, защитить себя. Но в айкидо задача не нанести ущерба другому. Как бы, так же самое отгородить его от всякого насилия. Кого, противника? Конечно. Даже если он на вас нападает со зверским лицом? Конечно. То есть вы как бы, если он не хочет быть добрым, друзья мои, если не хотите быть добрыми, то те, кто владеют приемами айкидо, они вас заставят быть добрыми. У вас не будет шансов, будете добрыми. Ну, я правильно поняла вот именно теорию айкидо? Заставить быть добрыми всех. Правильно? Агрессию, агрессию не остановить. Да, зло порождает только зло, конечно. Вот видите, Галина, как замечательно, такие юные парни, а уже как они мыслят философски, а главное, правильно. Сколько лет они занимаются айкидо? Спросите их. Сколько лет вы занимаетесь? Так, переводим, да? Переводим. Сколько лет вы занимаетесь айкидо? 9 лет вы, Игорь, занимаетесь. Вы, Олег? Так же самое. Занимаюсь уже, наверное, больше, 9 лет. Надо сказать, что у них уже есть свои группы, они уже учат малышей, они занимаются с ними. То есть вы уже не только учите, продолжаете учиться сами, но уже и отдаете то умение, которому вы научились, уже и маленьким своим ученикам, да? Да. Ну, маленьким товарищам таким, потому что, ну, я знаю, что в боевом искусстве очень... трепетно относятся к слову «учитель». То есть, если учитель сказал, то это не обсуждается. Ну, надо иметь основания для того, чтобы тебя назвали учителем. Вообще, по классическим канонам у японцев есть такой подход, что первые 10 лет человек осваивает какое-либо искусство. Вторые 10 лет он вырабатывает свой собственный почерк. И потом только он имеет возможность и должен учить. Но современная жизнь не дает такого большого у нас временного периода, поэтому здесь одновременно надо и самому учиться, и передавать свои знания ученикам. Поэтому и тренировки, которые обычно 3 раза в неделю ребята занимаются сами, и совершенствуют свое искусство, и передают свои знания. И если это во время каникул, у нас еще есть спортивный лагерь тренировочный. Вот, я думаю, что можно рассказать еще и об этом. Будьте добры, о лагере. Лагерь для детей или конечно, для детский лагерь? Детско-спортивный юношеский лагерь, да? Да. Нашим тренерам уже как бы 3-й год, в том числе этим летом, организовываются поездки в детский лагерь «Романтик» в Скадовске. Там также присутствуют и спортивные мероприятия, и также культурные, и отдых. То есть дети там не только отдыхают, но могут совершенствовать себя в айкидо. Ну, дети сначала совершенствуют себя в айкидо, а потом, если остается свободное время, отдыхают. Правильно? Вот если так акцент развести. Время всегда есть ко всему. Ну, в принципе, да.
очень хорошее сочетание труда и тренировок. А поскольку длятся тренировки обычно, вот простые, вот вы 3 раза в неделю тренировка, поскольку длится тренировка? 1,5 часа длится занятие. 1,5 часа, 3 раза в неделю. Да. Этого хватает для того, чтобы хотя бы схватить азы? Да, да, вполне. Галина только что сказала о том, что и так 10 лет для того, чтобы хоть чему-то научиться, 9 лет выработать свой почерк и 10 лет уже для того, чтобы уже как-то себя реализовывать. Современная жизнь этого не позволяет, но тем не менее, вот вы уже практически еще год и 10 лет, когда вы, в принципе, овладели азами айкидо, можно так сказать? Да. Ну, это не только азы, это уже... Будем скромными, Галина. Будем скромными, да. Но на самом деле все хорошо в меру, скажем так. Угу. Ведь если соревнования в айкидо раньше не проводилось, то сейчас они есть. Есть и детские фестивали айкидо, которые инициированы были в клубе Татикадзе. Есть поездки в другие города нашей Украины. Есть за рубеж. Встречи с мастерами айкидо других школ. В других странах. Ну и, конечно же, преемственность поколения, она всегда присутствует, несомненно. И я хотела еще сказать о том, что лагерь, который в Скадовске, да, ну сейчас продолжение этого лагеря для наших воспитанников еще у нас в Николаеве. В Николаеве есть лагерь? Скажите, пожалуйста. Ну, это не то, что стационарный лагерь, мы планируем на каждый день свою собственную программу. Если сегодня погода позволяет, значит, это в лесу. Если какие-то другие у нас запланированные, либо поездки, либо экскурсии, mm-hmm. либо посещение музеев, значит, мы... А у вас такое разностороннее очень. Да, ну, ребята, вот непосредственно будущие события, они могут... Рассказывайте, парни. То есть, как бы еще, помимо этого Скадовска, романтика в лагерь, устраивается еще дневной лагерь в нашем Харчатовском лесу. Также для детей, участников клуба айкидо. Лагерь дневной, то есть... Дети приезжают утром, и до 3 часов, там, ну, до дня, они там находятся. В лесу? Там, да, конечно. В палатках. У реки, да. На природе. Там проводятся и тренировки, и разные мероприятия. Да, ну тут аж в лес, где там в лесу, в музей ходить? Или надо из леса ехать? Ну, из леса приезжаем в музей, никуда не денемся. Чтобы, когда происходит общение с ребятами из других городов Украины или из других стран, мы могли рассказать, какой у нас замечательный, красивый город, самый уникальный, самый лучший на свете. Для этого надо знать историю города, для этого надо ориентироваться в нем. И даже самые маленькие ребята могут что-то рассказать уже интересное. Ну, это здорово. Да? Во-первых, очень здорово, что ваше общество организовывает такие лагеря, когда детям, в принципе, ну, есть такая нехватка, куда детям деться на летние каникулы. А во-вторых, главное, что это развивающие, что это и культурный уровень, и научный даже, можно сказать. Потому что... Ну, до науки, может, еще и далеко, но на самом деле, конечно, методологически надо пробовать различные формы работы с детьми. Ну, расставаться нам не хочется на каникулы, значит, мы общаемся и летом. А вы тоже ходите в клуб? Вы занимаетесь айкидо, Галина? Айкидо я не занимаюсь, но стараюсь, по крайней мере, поддерживать себя в спортивной форме. То есть, если противник встретится, то лучше ему к вам не лезть, да? Я думаю, господа, запомните есть... Галину Зиновьеву. Если что, лучше с ней не связывайтесь, потому что на лопатки положит. В хорошем, конечно, да. В хорошем плане. Я бы хотела еще немножко прокомментировать эти фотографии. Вот у нас есть фотографии, да, я хочу попросить Вадим Кирчев, наш режиссер. Вадим, покажите нам, пожалуйста, фотографии, которые есть у нас, и Галина Зиновьева их сейчас прокомментирует. Будьте добры. Комментариев особых не будет. Это один из мастер-классов, который мы проводили в областной детской и юношеской библиотеке. Ну и в других библиотеках города тоже. Если где-то не было, то будут еще мероприятия такие. Мы рассказываем о японских искусствах. Вот на этих фотографиях представлены занятия по каллиграфии, которые я проводила для классического нашего колледжа, гимназии. Там в титрах есть, что... Ребята, которые приехали специально на занятия в библиотеку, и они рисовали, мы писали город Николаев, мы писали они Украину, писали иероглифы, мы писали иероглифы, канди. Как известно, японский язык, он такой специфический, и в состав японского языка входят и две слоговых азбуки, и японские иероглифы, которые произошли от китайских иероглифов. Но рассказать об этом было интересно, и
было интересно ответить. Ух ты, вот кимоно одевают уже. Ну, кимоно мы одевали, потому что это неотъемлемая часть в основном всех встреч с людьми, которые интересуются Японией. А вот одевали сейчас, мы посмотрели на фотографии, цветное кимоно, это для девушек, а наши юноши сидят в белом кимоно. Это спортивная форма, это спортивное ага. кимоно, каратеги и катагину, то есть брюки и куртка. Есть еще хакама, как говорил Игорь, есть еще другие виды для других восточных единоборств, есть некоторая специфика в куртке, там есть декор определенный и немножко другой фасон. Но что же касается национального костюма, то он, конечно, как в любой культуре национальный костюм – это очень красиво, это можно говорить об этом много, и те кимоно, о которых мы говорим на мастер-классе по одеванию кимоно. Недавно в зоопарке мы провели сессию с фотостудией «Крок» и представим немножко попозже плоды нашего труда, потому что в цветущую красивую весеннюю пору фотографировать девушек в кимоно, когда, это прекрасно. Да, чаепитие, когда они любуются цветами. Ну, в этот день, да, в любой день в зоопарке много людей, посетителей. Мы сделали несколько фотографий с нашими гвардейцами, защитниками, нашими солдатами. Вот, и с гостями, которые приехали в город Николаев из других городов Украины. Такой получился очень интересный у нас фоторепортаж. А скажите, пожалуйста, Галина, вы являетесь вы директор общества японской культуры Татикадзе в городе Николаеве. А часто у нас бывают японцы, настоящие, живые японцы, именно в Николаеве? Не могу сказать, что часто, но приезжают японцы сюда довольно... Приезжают, да? Приезжают, да. Есть студенты, ребята, которые приезжают по общественным программам, волонтеры так называемые, да. Есть много представителей спортивных федераций, которые сюда приезжают. Ну и в конце концов наши студенты, которые уже выросли и закончили вузы, они уехали в Японию, они приезжают домой и, конечно же, приезжают к нам в гости тоже. Подруги, друзья. Мир становится очень маленьким на самом деле. Мне всегда приятно все гостей принимать у нас, и мы стараемся показать наш город. Если это лето, значит, покатать на яхте, провести какие-то экскурсии по городу. Большое спасибо нашему любимому экскурсоводу Светлане Васильевне Пальчук. Мы всегда приглашаем ее, когда наши гости зарубежные здесь присутствуют в Николаеве, и она рассказывает многие интересные вещи, которых и мы сами не знали, узнаем много нового о нашем городе. И из Киева приезжают из посольства Японии. В этом году мы планируем на осень большую как бы, делегацию приглашаем. Но вы знаете, совсем недавно в апреле месяце была высадка сакур. И делегация посольства Японии приезжала сюда. Вот. И есть такая громадская организация, вообще общественная, Украинско-японский центр в городе Киеве. Представители этого центра приезжают к нам тоже в гости на мероприятие. Я надеюсь, что такая работа будет продолжаться и дальше. Вот вы знаете, что интересно, Япония и наша страна, они такие вообще, ну, совершенно разные, ну, как небо и земля. И тем не менее, и в той стране, и в этой стране живут люди, которые объединены одним. Вот чем они объединены все-таки? Ну, вот если думаю, это для всех стран характерно. Да. Мы все хотим мира, мы все хотим дружбы, сотрудничества. Мы хотим узнавать друг о друге больше и больше. Ну, такой парадокс. Когда мы уезжаем куда-то за границу, и нам задают вопросы о нашей стране, о нашем городе, о нашей культуре, мы понимаем, что есть в нашем воспитании, в наших знаниях пробелы, и мы стараемся их восполнить. То есть больше узнаем о своей культуре. И всегда приятно делиться своими друзьями, гостями об этом. Я очень рада, что президент клуба айкидо Татикадзе Евгений Сергеевич Сандл всегда уделяет большое внимание вот этому моменту. Рассказать, показать, научить детей не только спортивным аспектам, но и о том, чтобы... Надо думать о том, что патриотизм вырабатывается в любых моментах нашей жизни. И когда мы узнаем какие-то интересные факты об истории города Николаева, это тоже патриотизм. Когда мы можем рассказать нашим друзьям из других стран о нашей культуре украинской, это патриотизм. И этим надо заниматься, и очень хорошо, что так, ну, мы стараемся, по крайней мере. То есть, Галина, вы возглавляете общество японской культуры в Николаеве Татикадзе, но вы при этом очень сильно любите свой город, свой край,
и говорите всем, что мы одни из лучших, и это действительно так и есть. Вы знаете, это удивительно, такое у вас сочетание. Любовь к Японии и одновременно... В общественной организации нельзя говорить, вот кто-то директор, а кто-то заместитель, а кто-то еще. Каждый выполняет какую-то определенную задачу, и мы все друг друга в одном коллективе. Директор, председатель совета или инструктор, без вклада каждого человека в общественную работу ничего у нас не получится. Но это правда. Поэтому совместный никогда труд. Не надо говорить, я главный или я заместитель. Хорошо, или что-то, больше что-то. Не буду говорить, вот, что мы все вместе. Да, мы все вместе, и этим, наверное, важна именно общественная работа. Наверное, много да. выполняется интересных задач, много мероприятий, много планов хороших. И в сотрудничестве со всеми остальными... Совет национальности работает, да, мы не разделяем, кто какой национальности и кто чем занимается, но мы хотим, чтобы в первую очередь процветал наш родной город, чтобы все гордились Николаевым, и о Николаеве шла только хорошее знание, хорошая слава, и мы все будем работать в этом направлении. Ну, дай Бог, я думаю, был самым лучшим. В принципе, я как бы спокойна за это, потому что вот в надежных руках, друзья мои, мы в надежных руках, и сегодня мы говорили о японской культуре, вы не только смотрели, вы не только слушали, вы и видели. Друзья мои, ну все, слава Богу, все хорошо. Це була розмова на тему. На все добре. До побачення.